И всем привет, с вами Сесми, и мы продолжаем делать мод для Майнкрафта. Сегодняшний мод позволит вам побороться с другом по сетевухе или же на одном компе. Сегодняшний мод доставит вам много удовольствия. Сегодняшний мод добавит шахматы в Майнкрафт. Да, это будет шахматы. Вы водите мышкой по полю и выбираете, где хотите создать поле. Для этого нам понадобится вот этот чесборд-генератор. Он будет краситься вот из-за этих вот. Мы, собственно говоря, выбираем поле, куда хотим поставить наше поле, и кликаем правую кнопку мыши, и у нас вот так вот все красиво распределяется. И вот. Вот при помощи этой ерунды вы можете сражаться против компьютера. И когда вы нажимаете по определенной шахматы, вот, допустим, это пешка, вы выбираете, куда ее шагать. Но пешка, естественно, может шагать вперед. Это уже всем понятно. При помощи черной ерунды, ну, я сражаюсь против компьютера, мне пишут. The place controller is computer. Давай, входи. А, давайте не будем сражаться против компьютера. Много багов. Давайте посражаемся просто так. Ну вот, допустим, белые ходят белыми, естественно. Вот так вот. Потом ходят черные, черные, допустим. Пришли вот сюда. Теперь мы сможем убить, ну, шашкой нашего врага. Ой, хоть это все очень просто красиво, мне понравилось, если честно. Допустим, сейчас конь вот, он буквы Г ходит, так что может только... Он прыгает, кстати. Может перепрыгнуть, да. Ну, допустим, вот это вот, он ходит, ну, по диагонали в разные стороны. В общем-то, я не буду рассказывать правила. Если вам понравился мод, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мне это сейчас очень нужно. Если вам мод понравился, играйте с ним с друзьями в шахматы. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Всем пока.